У нас сегодня не понедельник, но традиционная среда на время праздников. Мы перенесли наши конференции на среду, и мы сегодня проводим первую конференцию в этом году. У нас очень интересные и выступления, и новости, как всегда, поджемные. Мы поговорим с вами по стратегии на 2018 год, потому что многие просили повторить, то есть что мы делаем в 2018 году, наши основные таргетные точки. Ну, то бишь цели, реперные точки, которых мы хотим достичь для того, чтобы вывести мессенджер и заниматься его продажей. Итак, я, как всегда, традиционно начну с того, что мы на этой неделе планируем, на текущей неделе, сделать по мессенджеру. Да, еще забыл всех поздравить с наступающим Рождеством, православным Рождеством, кто отмечает. И следующая у нас конференция тоже будет в среду, возможно, да, то есть мы еще посмотрим. Но в любом случае, всех с наступающим Рождеством, всем удачи и крепкой веры. Значит, на этой неделе планируется на Android-версии реклама после завершения P2P звонков. То есть если разговор будет длиться больше одной минуты, то будет выскакивать реклама, которую вы можете посмотреть, ну, желательно, чтобы вы ее посмотрели, потому что это наш с вами мессенджер. И от количества просмотров рекламы мы можем говорить о монетизации. То есть это один из инструментов, который позволяет монетизировать мессенджер, потому что у нас приходят рекламодатели, и они готовы платить за размещение после, в мессенджере после звонков информации. Дальше, оптимизация загрузки контактов, потому что с выпуском новых версий в старых андроидах, там 4.2.2, по-моему, не всегда подгружались контакты. Естественно, следующим шагом это оптимизация загрузки фото и видео, чтобы приложение весило меньше при загрузке. Мы всегда работаем над этим, чтобы приложение меньше всего ело батареи, в том, что оно меньше весило. Оптимизация чатов, ну и мы приступили с разработчиками к разработке, вернее, видеозвонков, потому что много народу просят видеозвонки, то есть с аудио из конференции. Это не значит, что мы закончили, мы продолжим совершенствовать, но оно работает устойчиво. И следующее – это видеозвонки. В iOS-версии на этой неделе мы готовим новое ревью, скорее всего, выйдет четверг-пятница, в зависимости от того, как Apple пропустит это ревью. То есть мы улучшаем интерфейс голосовой конференции, там будет мьют, там будет там, нажимаете динамик, чтобы слушать, не поднося телефон. Кнопка Delete для удаления ошибочно отправленных сообщений. В пабликах появятся лайки, дизлайки, и в конференции появятся кнопки мьют, то, что я сказал, громкая связь. И то же самое мы параллельно разрабатываем видеозвонки. В веб-версии очень важный момент, потому что у нас очень много пользуются компьютерами. Мы готовимся к запуску голосовых конференций в веб-версии, и тогда мы все наши служебные чаты и все, что связано с работой команды техподдержки GM4Me, мы переводим в веб-версию GM4Me. И оптимизация работы чатов. Вот, несмотря на праздники, наши инженеры уже работают, сегодня у них рабочий день, и они сейчас, то есть, развиваются. То есть сейчас мы поговорим по стратегии 2018. Я ее разбил, эту стратегию, на три части, ну, чтобы не уходить там в такие детали, а для того, чтобы именно поговорить по стратегическим вещам. То есть первая часть стратегии – это все, что связано с нашим с вами мессенджером. Потому что конечная цель всего нашего движения состоит в раскрутке мессенджера и в его продаже. Будьте добры, следующий слайд мне поставьте. Вернитесь назад. То есть я поясню, то есть, что мы делаем в мессенджере на сегодняшний момент. Наша задача – сделать его технически безупречным, очень удобным для пользования. То есть до конца закончить все разработки, связанные с голосом, закончить разработки, связанные с видеоконференциями, перезапустить финансовые инструменты,
сделать таким образом, чтобы внутри мессенджера работала финансовая система worldwide, то есть по всему миру, вне зависимости от того, пользователя в какой стране находится. Мы сейчас находимся в поиске партнера для реализации этой схемы, которая имеет лицензии, ну, условно говоря, во всех частях света для того, чтобы связать пользователей таким финансовым мостом. У нас есть, перед Новым годом провели несколько раундов переговоров на эту тему. Ну и, соответственно, как только мы решаем вопрос, связанный с финансовыми услугами, мы, ну, может быть, даже параллельно на каких-то рынках мы запустим marketplace. Следующим этапом в развитии мессенджера является продолжение движения, связанное с развитием искусственного интеллекта, то есть это бот-платформа, API, и я думаю, что в этом году, после праздников, мы объявим конкурс на разработку внешних ботов, которые будут интегрироваться с мессенджером, с различными услугами для пользователей мессенджера, и там будут достаточно приличные призы. Мы это объявим в рамках подготовки выхода мессенджера на ICO. Вот это то, что касается развития мессенджера. Плюс, естественно, его техническое, технологическое развитие, оно идет непрерывно, и все, что связано с мессенджером, с технической частью, для нас является приоритетом. То есть понятно, что мы не можем, ну, то есть с самого начала сделать самые удобные пользовательские функции, нам необходимо время для доработки, для того, чтобы вы оттестировали, для того, чтобы они стали очень удобными пользовательским интерфейсом, с удобным юзабилити. Вторая вещь, о которой мы говорили, и вот уже в первых числах Нового года у нас полностью складывается стратегия, связанная с ICO. Я еще раз повторю, что основная цель выхода на ICO – это создание сервисов, действующих внутри мессенджера, и вот такое взаимное опыление, если можно применить такой термин, который позволит, раскрутив финансовые сервисы внутри мессенджера, сделав их удобными, в то же время раскручивать и мессенджер. То есть задача ICO, она простая и понятная. Выводя на ICO финансовые сервисы, мы получаем средства не только для создания финансовых сервисов, но и для раскрутки мессенджера. По ICO у нас те сроки, которые мы объявляли на мероприятии, ничего не поменялось, и в ближайшие там 2-3 недели мы вам уже конкретные документы предоставим, просто мы попали, как всегда, в новогодние каникулы, но после их завершения мы начнем очень интенсивно, вот как сегодня я рассказывал о новостях, связанных с мессенджером, то же самое мы будем говорить о новостях, связанных с ICO. То есть у нас уже есть юрисдикция по ICO, у нас есть юридическая схема, мы товарные токены предлагаем на рынок, эти товарные токены полностью используются внутри наших новых сервисов, а к выходу на ICO у нас будет порядка 60% сервисов уже запущено, и они будут использовать, сразу будут использовать эти товарные токены. Сервисы очень популярные, начиная от кэшбэка. Я всем рекомендую, кстати, зарегистрироваться и попробовать уже получать кэшбэк, потому что мы по кэшбэку подключили платежные шлюзы на вывод вашего кэшбэка и продолжаем работать. То есть следующим этапом, когда мы отработали модель кэшбэка в СНГ, мы ведем переговоры с компаниями-агрегаторами по кэшбэку в Европе, в США, в Канаде и в Азии. Это будет происходить практически параллельно, и везде будут использоваться товарные токены. Следующий сервис, который вы увидите до конца января, скорее всего, мы его успеем запустить, это сервис, связанный с торговыми сигналами по криптовалютам, ну и криптообменники, и все, что с этим связано. То есть это получается такая комплексная задача и комплексная система решения, которую мы ведем параллельно. То есть у нас работают параллельно, знаете, как на строительстве дома, сразу 3-4 бригады, ну, у нас 3-4 команды работают по всем этим направлениям, и они очень интенсивно, несмотря на праздники, двигаются вперед. Ну а после того, как мы проводим ICO, ну, вернее,
получаем средства, необходимые для разработки финансовых продуктов, эти же средства в том числе направляются на раскрутку финансовых продуктов, а так как финансовые продукты плотно интегрированы в мессенджер, они же и раскручивают мессенджер. То есть направление по раскрутке мессенджера мы обозначили, мы очень открыты, транспарентны в этом отношении, да, вы видите. Мы на мероприятии вам представили, допустим, блогеров, лидеров мнений, они были русскоязычные, но точно такие же объединения блогеров есть. Англоговорящие, японоговорящие, то есть работающие в Азии, говорящие на китайском языке. То есть у нас это все уже готово. Я хочу сказать, что мы сейчас, даже не проводя SEO, направляем значительные средства на продвижение мессенджера для того, чтобы мы могли понять и оттестировать наиболее эффективные каналы по продвижению информации. То есть это блогеры, лидеры мнений, это реклама, связанная с Гуглом, мы ее с ней работаем, вернее с этим направлением работаем уже больше года. То же самое мы запустили работу с Фейсбуком в тестовом режиме, пока снимаем информацию на различных рынках, но я думаю, что мы через, наверное, недели две получим окончательно статистические данные и поймем, какие регионы мы затронем через Google, какие регионы мы затронем через Facebook, какие регионы мы будем затрагивать через лидеров мнений, ну и так далее. То есть у нас складывается такой полноценный оркестр со всеми там духовыми, скрипками, виолончелями и прочими-прочими вещами, связанными именно с продвижением. И у нас с вами останется одна глобальная стратегическая задача на 2018 год. Это параметры, связанные с количеством пользователей, с количеством совершаемых операций внутри мессенджера, финансовых, там, работающих сервисов, площадках, связанных с рекламой. Вот именно все это, когда вместе складывается, дает нам возможность говорить о том, что мессенджер продвигается и он готов к продаже. Вот наша стратегия на 2018 год, я думаю, что она понятная, простая, и самое главное, у нас есть механизмы по ее реализации и средства по реализации этой стратегии для достижения целей. Спасибо вам большое за внимание, всех еще раз с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством, всем удачи и до следующих встреч. Спасибо. Передаю слово Наталье Борисовне Аршавской. Спасибо.